Здравствуйте! И вот уже середина июля, и я наконец-то на своем участке. Вот в мае я была один день только на майские праздники, и вот сейчас попала опять в середине июля только. Давайте посмотрим. Вот я говорила, что у меня сад такой для ленивых, который не требует особых затрат. Давайте посмотрим, что у меня произошло за это время. Ну, во-первых, вот выросли. Выросла огромная хоста. Видите, она прям вот огромнейшая такая. И, естественно, она мешает, как я говорила, пройти сорнякам. Они мне как богатыри, мои растения, богатыри, и защищают границы моего участка. Вот у меня огромная хоста. Вот, да. Вот если ее снизу снять, вот она такая огромная. А дальше у меня идет моя любимая гортензия. И гортензия, вы видите, вся в цветах, что она уже такая старая, огромная, что сорняков нет, но на дорожку выползла. И у меня, конечно, теперь будет задача ее обрезать, чтобы можно было пройти по этой дорожке. Сорняк разросся достаточно прилично. И мне тоже его нужно убрать. Вот. Ну и вот по дорожке надо убрать мою гортензию. Потому что у меня огромные кусты. Сзади запущенный участок. Они уже перешли туда. Моя гортензия. Вот. Это мы уже подходим. У меня вишня войлочная с ягодками. И огромные туи, просто огромнейшие. Вот. И все это стоит. А сейчас мы подойдем к заборчику, я вам покажу, что там вообще за забором. Что творится на соседнем участке. Там крапивы. Очень много. Весь участок в крапиве, в сорняках, и прям подходит это все к моему забору, к сожалению. Вот видите, за моим забором, он, слава богу, и он ко мне не попадает. И здесь у меня разросся мой чистец. В общем, конечно, работы с ним тоже будет много. Моя любимая бузина черная прекрасно выросла, но она, как всегда, концы подмерзают у нее, потому что это не очень вообще растение для наших широт. Но, в принципе, она нормально растет, кончики убрать, и будет огромное дерево. Ну, вот здесь я не косила свою лужайку. Лужайка, конечно, у меня... Сами видите, просто вся в траве. И дальше у меня все в траве. Все в траве. Мой любимый вот этот участок патио. Тоже наполовину заросший. Уже столик со стульчиками цветет уже. Цветут расти. Работа, конечно, будет по участку. И дальше, вы видите, вот все заросшее такое. Ну, вот у меня виноград, который закрывает весь дом. Его надо было обрезать ранней весной, потому что он вообще окна все закрыл. Ну, в жару это, конечно, хорошо. Он создает такую прохладу в доме. У меня очень прохладно в любую жару. Но, во всяком случае, света мало. И к осени его надо обязательно очень сильно обрезать, чтобы он не давал больше света. А то осенью, когда мало света, то будут проблемы. Вот. И видите, у меня лавочка вся заросшая. Поэтому вот здесь мне придется, конечно, повозиться. Вот. И участок, видите? Ну вот посмотрим, за сколько времени я его приведу. Вот я считаю, что он мне сделан оптимально хорошо, что я должна его быстро привести в порядок. Ну вот мы с вами посмотрим, за сколько
Я сюда приехала на 2 недели. Вот что у нас там за 2 недели? Ну, в промежутке я буду снимать, конечно, и другие всякие сюжеты.